Вот сегодня 26 апреля 16 года. Из деревни приехал Игорь Барабаш. Ну, наши хлопцы уезжают, Володя и Никита. Все-таки я добился, чтобы он их забрал. А тут приучил дикарей, вот они рядом. Прикормил. Среди моих голубей они живут. И мои перестали болеть. Вот оно что. Давай, погребай их сюда. Несите ему. Сейчас. Вот они, голубки. Видишь, что? Не боятся нисколько. Гули, 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 гули. Ох, они гули какие. Давай, Никита. Никита старается. Вот, видишь, отбили вот семинарии это. Давай, как-нибудь под завязку толкай. Сразу завезешь их, ну дальше будет видно. Все нужно. Здесь нет. Вот, в сумке тут миндаль подкопали. Миндаль — это символ бессмертия. Вот он какой. Зацветет миндаль, то есть человек восстанет и будет жить. Да мои гули-гули, надо дать им семечки. Держи, гули-гули-гули-гули-гули-гули. Давайте, давайте. Вот они хорошие. Вася, Василёк, я брелю. Вот видишь как. Все нужно. Только надо бутылку в коробку. Вот наша чудесная ель сибирская. Вот какая она, красавица. Я ничего не садил тут, а там мне Бог дал. В открытую говорю, Господь Бог дал мне это. Береза тут вот какая красавица. А как он дал? Ну, я был освобожден, политзаключенным числился. Верующих по политической статье гнали. Был реабилитирован. Подал в суд конфискацию имущества вернуть. А я пленки выпускал тогда. Насчитывал очень много. Златоуз, жития, все это отняли. Ну и кончилось тем, что 11 лет шел суд, и Господь позволил его вы... Смотрите, ворота отломит, гонит туда их. Володя, закрепи ее там, подоткни, и вторую закрепи. Только слово сказал, уже бегом бегут туда, все. Ну, это наш благодетель. Кормилец моих голубей, Игорь Александрович Барабаш. Вот он берет и сегодня моих хлопцев. Мы. Так, просьба, отвези их бесплатно. Мы будем, они будут работать на прудах. Да, конечно. А, Игорь? Да. Бесплатно? Конечно, да. Бесплатно? Да. Потому что вы едете не ради чего-то, а первым делом заняться прудами. Все. Я буду за вас тут перед Богом ходатайствовать, чтобы доехали. А что у вас там зелень в сумке-то? Это лук или что? Это Валентина дала на чеснок на рассаду. А, ну себя там сажайте. Вот та самая крупная. Так и вот так что-то. Не вылазьте нигде, лишнего не говорите. Если кто-то остановит или что, то говорите, мы верующие, едем из Потеряевки. В Потеряевку. Ну, мы из Потеряевки. Все. Все. Сейчас мы еще этих. Сажай их.
Так, это кошек-то взять, кошек. Это, Володя? Да, сейчас. Это сейчас кошек возьмут. Кошек в коробке. Открывай, иди. Никита, держи. На него снимай туда и дальше. А я буду сажать их. Белые, 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 белые. Давай. Наши кошки. Белые, сейчас белые, они выскочат. Белые, 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 белые. Скорее иди, ой, скорее вот, иди скорее. Сюда. Конем вот. Белый, белый как пришел. Белый, ну, белый, белый. Ну, давай, морда, не вылезет. Вот. Иди сюда, байбак. Давай скорее, ой, скорее давай, домой, домой. Поедешь, потеряешь. Давай. Пойдем, белый, пойдем. Белый, давай, белый. Давай. Пойдем, ой. Белый, белый, белый. Белый, белый, белый. Пойдем, белый. Белый, пошли, ну давай назад. Ой, раз... Давай. Вот он где. Вон он слазит. Ну-ка отпустись. О, глянь, Володя. О, сцепилось. Да мы каждого. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай сюда его. А белый всегда слазит. Давай, бери его, Володя, дай мне его сюда. Тихо. Белый, белый. Ну сюда-то маленько показывай, как они лезут, вылазят. Еще тут неинтересно так снимаешь. Давай. Из одной, ну-ка, ну-ка. Из одной тюрьмы в другую. Вот он. О-о-о-о-о. Вот так. Все, а Володя, садись туда. Ага. Давай-ка. Тут и залежи или как тут. Только не упускайте их, пусть там и сидят. Все, лежи. И сегодня даже, я не знаю, кормили или нет. На. Да. За колеса не хватается, не подходи сюда. Детички выезжают. Держи вот так вот рукой. Все, я закрываю, сюда не вылазь. Все, понял. Так, подожди-ка. Подожди-ка, я вас сниму. Ага. Подожди. О. Жалко, уезжает уже. Сейчас с той стороны зайду, а ты тут сними. Ну, все. Откройтесь. Да все, закрывай. Я тебя сниму тут. На память. О, мои друзья поедут. Все. А Никита тут снимает. Все. Ты это шнур не взял с от аппарата-то? Оставил? Оставил, Игнат Тихонович. Давай. Думал, думал, да оставил. Не надо думать, оставлять надо. Вот тут мы сейчас их проводим. Давайте. С Богом. С Богом. Вот Потеряевку поехали сегодня. Это день особый. Ребята, видишь как, приходится перестраиваться. Сейчас пруд там засаживать, чтобы сохранить. Это первейшее. Все. Вчера вот тут были, садили тыкву. Вот у меня голуби со всех сторон. Дикари. И как они понимают, дружба что такое. Сейчас я их позову. Гуля, 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 гуля. Ну-ка, ну-ка ко мне. Гуля, 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 гуля. Ну-ка. Гуля, 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 гуля. Давай скорее, скорее давай сюда. Ну-ка давай. Вот они мои гули, какие хорошие. Гули, 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 гули. Вот они прилетели, вот они где летят. Я их среди своих буду держать. Ну-ка, давайте. Прям возле ног моих. Вот они мне сапоги. Вот они. Они тут рядышком. Вот я ими разбавляю своих.
чтобы был чистый климат. Вот так. Я отошел маленько, они не боятся. Нисколько, даже на удивление не боятся. Вот проводили братья, везде их труд. Бог дает соратников таких же. Это вот у нас, где молимся мы, наш храм. Это крест восьмиконечный и надписи. Уже на солнце поблекли маленько, надо будет